Фу, привет, ребята! Наконец-то я добрался! О, привет, грузовичок! Привет, бетоносмеситель! Грузовичок, а что это за груз у тебя такой интересный? Ах да, это у меня картинки с предметами, которые нарисованы в разном количестве. И картинки эти мне нужно разложить соответственно цифрам, только цифры я не знаю. Не волнуйся, грузовичок, у нас самая умная бригада рабочих машин, мы тебе вмиг поможем. Сейчас я кого-нибудь позову, подожди немного. О, это было бы здорово, я подожду. Грузовичок, давай я тебя разгружу, пока приедут рабочие машины. О, кран, отлично, а то я так устал. Фу, так намного легче. Бульдозер, давай быстрее, а то грузовичок нас уже заждался. Еду, еду, спешу как могу. Кому тут нужна моя помощь с цифрами? Это мне нужна помощь. Я не могу разобраться, куда нужно класть карточки с рисунками. Рабочие машинки. Давайте покажем ребятам, что изображено на этих карточках с рисунками. Так, что же у нас есть? Ребята, а на карточках нарисованы 5 мячей, 3 разноцветных кубика, 2 петушка, 1 кукла и 4 машинки. Бульдозер. Здесь карточка с одной куклой. Куда нам ее отвезти? Грузовичок, одна кукла должна находиться возле цифры 1. То есть цифра должна соответствовать количеству игрушек. О, я, кажется, начинаю понимать. Ребята, посмотрите, это цифра 1. Одна кукла. Цифра 1. Грузовичок, а теперь попробуй сам. Тебе необходимо найти 2 игрушки на карточке. Так, 2 игрушки на карточке, это цифра 2. Сейчас посмотрю. Так, что же это может быть? Здесь есть мячи, но их слишком много. Еще есть машинки,
но их тоже многовато. О, я догадался, это два петушка. Эй, бульдозер, ты поможешь мне доставить эти два петушка к цифре 2? Конечно, грузовичок! Два игрушечных петушка. Цифра 2. Одна кукла, цифра 1. Два петушка, цифра 2. Молодец, грузовичок, ты отлично справился. А теперь попробую я. Так, что тут у нас? Это цифра 3. Какие же игрушки соответствуют цифре 3? Давайте посмотрим, ребята. Может быть, это мячи? Нет, их слишком много. Наверное, это кубики. Сейчас посчитаю. 1, 2, 3. Точно, это кубики. 3 кубика, цифра 3. Бульдозер, помоги, пожалуйста, подвести их к цифре 3. Сейчас, я мигом. Три кубика. Цифра 3. Хорошо, друзья, у вас отлично получается. А теперь я попробую определиться с цифрой 4. Что же это будет? Может, это мячи? Нет, здесь 5 мячиков. А нам нужно 4 игрушки. Вот, ребята, я нашел. Здесь 4 машинки. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4. Нам подходит. Цифра 4. 4 машинки. Ой, друзья, а где же карточка с 5 мячами? Куда же она подевалась? Бульдозер? Я не знаю, я только что ее видел. Куда же она пропала? Ребята, я знаю, где карточка с 5 мячами. Посмотрите на кран, вот шутник. Ха-ха, как я вас разыграл? Да, эта карточка у меня. Ребята, это цифра 5. И 5 мячей. По-моему, у нас неплохо получилось. Я бы даже сказал, отлично. А вот я для закрепления полученных знаний еще бы разочек все повторил. Одна кукла. Цифра 1. Ну тут мне все ясно. Одна кукла. Цифра 1. Поехали дальше. Так, а здесь 2 петушка. Цифра 2. Еду дальше. А это 3 кубика. Цифрой 3.
За цифрой 3 следует цифра 4, возле которой лежит карточка с 4 машинками. И что же нам осталось, ребята? А осталась нам цифра 5 и 5 мячей. Цифра 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ребята, учить цифры вместе с вами нам было весело и интересно. Пока-пока! Мне тоже очень понравилось учиться вместе с вами, ребята. До свидания! После сегодняшней игры я буду знать цифры намного лучше. Я думаю, вы тоже, ребята. До новых встреч! Эх, опять я остался один. Зато у меня есть такая клешня. Ребята, всем пока-пока. Ребята, выбирайте, какое интересное видео вы хотели бы посмотреть дальше.